Сегодня, стоя в АФК, я решил поговорить про важные темы, которые были затронуты в Discord Red. И всем, кто не подписан на Discord Red, советую подписаться, потому что там появляется много информации, которой нету на канале, и в принципе много интересного там есть. А также будут проведены анонсы всех последующих ПК-движев и прочих, так сказать, взаимодействий. Но сегодня я хочу поговорить про такую неактуальную в реалиях RO Flying H2 тему. Это тему доната. То бишь на РОФе каждый месяц или же даже каждую неделю проходят ивенты, в которых ты не можешь поучаствовать без карточки Сбербанка или же другой дебетовой карточки любого банка. Потому что без доната ты не можешь, так сказать, нажать на одну кнопку и получить что-то. Все ивенты, которые сейчас проходят у Шарашки, строятся всего лишь по одному принципу. Ты как лошок кидаешь бабло, открываешь сундучок и достаешь из него, так сказать, ничего. Потому что, чтобы достать чего-то, нужно задонатить много бабла, то бишь не знаю сколько, но много. Но находятся идиоты, которые донатят мало и каждую неделю, каждый месяц и спонсируют блестящее лицо Лиота и тварину Фонтатику. Но какой в этом смысл, ребята? Почему вы продолжаете участвовать в этих им акциях? Вот я вчера с Дашей Эльтеем пришел на ПВП-ворота Глудио. Когда мы туда пришли и стояли, смотрели, что там происходит, мы были в шоке. Это был просто непонятный для нас диалог АФК-овощей. Вот стоит какой-то АФК-овощ Петкнайт с оружием дракона, к нему подбегает какой-то хил с оружием дракона и пишет: «Ого, ты взял себе радужку 9 уровня?» Он ему отвечает: «Да, я взял радужку 9 уровня». Он такой: «Круто!» И это весь их диалог. И весь смысл того, что вы донатите бабло, чтобы купить себе какую-то блестяшку, заключается в том, чтобы какой-то лошок написал вам на ПВ-воротах то, что вы ее купили, и вы подумали, что вы чего-то значите. Но я думаю, это глупо, и в этом нету никакой игры. Но вот все вот эти АФК-овощи, которые со мной сейчас в пати стоят, видите, да? Они тоже стоят в АФК без смысла, без идеи. И вот я сейчас стою в АФК, хотя не в АФК, вы видите, я слежу за процессом. Я понимаю, зачем я это делаю, потому что у меня есть цель вкачать 110 уровень, чтобы потом мой ник был не вот такой вот зеленый, а красный. И я, так сказать, своими действиями хотя бы попытался спасти Lineage 2 от вот этого вот АФК. А в ихних действиях ничего такого нету, потому что они все свои действия исходят из принципа писькомерия. У них у всех комплексы, они пытаются в АФК нарастить себе виртуальные пиписьки, чтобы кому-то что-то доказать, что они чего-то стоят и чего-то, в общем, так сказать, значат в этом АФК-мире. То чего вы стоите, чего вы значите, если вы просто тыкаете одну кнопку и вот так вот стоите в АФК. Ждете новостей и платите за это. Да и зачем что-то стоить? Неужели вы все исходите из принципа, что окружающие люди должны вас оценивать как каких-то проституток и видеть вашу цену, а не вашу личность, не вашу индивидуальность, не вашу какую-то личностную особенность? То, что окружающих людей отличает друг от друга. В чем отличие вот у тебя, АФК Кабачок, Хераклес? Или ты, Непхеле? Или ты, Семь Сиган, Аукса? В чем вы вообще отличаетесь и для чего вы это делаете? Я не могу понять. Когда я не могу понять, мне хочется, так сказать, сливать в ПК. Поэтому я жду новостей. Кстати, вот, смотрите. Я уже 108 уровень, и сейчас скажу, сколько у меня, 78%.
То бишь скоро я буду 109 уровнем, и мне останется финальный рубеж до 110 уровня. А когда я достигну этого заветного 110 уровня, АФК-грядка уже не будет прежней. Вы уже не сможете вот так комфортно стоять в АФК, потому что на РУОВ опять вернутся, так сказать, ПК. И ПК, которые будут не только раскаленные топи, так сказать, нагибать, но и вот эти вот понтовые АФК-локации. В общем, вот такие вот мысли на тему этого всего и вашего, так сказать, любимого АФК. Спасибо.